Значит, опять-таки, здесь мы видим, что стандарт пакет сработал уже в товарообороте. Видим, да, товарооборот поднялся. Соответственно, первый уровень дает 5200, второй уровень 18 товарооборота дает 46800, и 128 третий уровень дает 332 800 рублей. 384 800 рублей получается у вас с трех уровней, с 399 человек. Вашу копилку. Где взять, как вывести эти деньги? Это уже официальная история. Потому что у нас компания прозрачная, легальная, это очень важно. Все компании сетевые, которые легализуют себя, они долгосрочные. Те компании, которые не легализуют, они краткосрочные. Поэтому вы должны понимать, если вы зашли в легализованную компанию, значит, эта компания делает бизнес не один десяток лет. Она долгосрочная, она официальная,